Сегодня у меня небольшой рассказ про злаки. За последнее время я их очень полюбила. Мне кажется, они добавляют очень оригинальный, изысканный вид саду. Потому что раньше как-то мы не сажали злаки, и сейчас они так интересно очень смотрятся в саду. Непривычно для нас. Этот злак называется мискантус, сорт зебринус. У него на зеленой поверхности листа поперечные желтые полосочки. Он очень хорошо разрастается, он всегда вот такого роста, выше меня, где-то 1,80 м, 1,90 м. Куст разрастается быстро. К почве он не особо требовательный, разрастается в любой почве. Как и все мискантусы, этот злак выходит из земли достаточно поздно, в мае. И некоторые иногда думают, что все, он не перезимовал, не пережил, что-то нужно срочно делать. А просто эти злаки, мискантусы, они всегда вылезают поздно уже. Когда уже почва достаточно прогревается, когда почва еще холодная, они не вылезают из земли. Мне очень нравится его сажать с флоксами, и с гелениумом, и с рудбекиями. Мне кажется, эти злаки, они очень подходят для таких посадок. Также вполне неплохо смотрятся с красными розами. Я его особо ничем не удобряю, иногда поливаю, то есть никаких особых таких требований у него нету. Когда сейчас еще станет более холодно, в ноябре я его просто срежу на уровне земли и оставлю. И на следующий год он снова пойдет, ну, в конце мая, в начале июня, вырастет достаточно быстро вот таким вот большим здоровенным кустом. Он еще, чем мне нравится, что не требует никакой подвязки, сам спокойно себе стоит, ветер выдерживает, от солнца не сохнут кончики. В общем, злак всегда выглядит очень красиво. В общем, если у вас ничего такого в саду пока изысканного нету, я советую, мне очень нравится.